Всем привет! Меня зовут Дмитрий Медведев, и вы на моем канале «Заработок в интернете». Здесь я очень подробно показываю свои инвестиции в лучшие проекты, а также отбираю проекты, которые не требуют вложений. И вы всегда сможете присоединиться. А в группе Telegram «Заработаем вместе» показываю точки входа и точки выхода из проекта, свой профит или потери, делюсь новостями и отвечаю на вопросы. И если у вас появится желание двигаться со мной в одном направлении, подписывайтесь на канал и на группы в соцсетях. Это очень легко сделать в правом верхнем углу. А также ссылочки есть под каждым роликом. Сегодня я решил пополнить свой инвестиционный портфель и принять участие в проекте, за которым наблюдаю уже очень давно, и где можно много заработать. В первой части видео я расскажу о нем, объясню, почему именно сейчас я захожу в этот проект и вижу в нем очень большие перспективы. Во второй части ролика выскажу свое мнение о рисках и в прямом эфире очень подробно покажу, как проинвестировать в этот проект и начать зарабатывать очень неплохую прибыль. И сразу обращу внимание на то, кто примет решение стать моим партнером и зарегистрируется по моему ID 21. 1972, обязательно подпишитесь на группу «Заработаем вместе». Именно там вы узнаете, если что-то пойдет не так, и нужно будет вовремя выйти из проекта, о чем мой партнер, который имеет связь с основателем, сообщит мне. И в конце расскажу, как за подписку на мой канал, лайк и комментарий вы сможете получить 100 или 200 долларов. Итак, проект B2B Jevly позволяет зарабатывать от 104 до 780% в год. Вдумайтесь в эти цифры, друзья. Но чем он меня привлек, так же как и многих других, что в отличие от других хайповых проектов, где можно очень много заработать, этот проект подкреплен еще и реальным бизнесом. И мало того, что реальным бизнесом, но еще и бизнесом, связанным с серебром и с золотом, высокомаржинальными продуктами. У основателя этого проекта свой собственный ювелирный завод, в принципе, с чего он и начинал свой бизнес. Он успел открыть 15 магазинов во времена процветания своего и после кризиса, когда случился застой, был создан как раз этот проект B2B Jevly, который позволил с новой силой развиваться этому проекту. B2B Jevly на данный момент насчитывает 30 магазинов, и только за последние месяцы было открыто почти половина, в том числе 3 магазина в Казахстане. Во многих из них зачастую можно наблюдать немаленькие очереди, и это связано с огромной популярностью данного проекта, который только начинает набирать обороты выходом на рынок Казахстана и России. Да-да, я не оговорился, друзья. Именно в центре Москвы будет открытие первого магазина 22 декабря в воскресенье, где я непременно буду и постараюсь запечатлеть на камеру это событие, а может, пообщаюсь с кем-то из администрации. Все это вы увидите у меня на канале, а также последние новости буду сообщать в группе «Заработаем вместе». И именно с выходом этого проекта на территорию России я увидел большие перспективы и принял окончательное решение инвестировать немаленькую сумму в B2B Jevly. И каким же образом этот проект дает нам заработать такие большие деньги, лучше всего вы, конечно, узнаете в презентации на их основном сайте. Я ссылочку оставлю под видео. И здесь очень глубоко и очень хорошо все объяснено. Здравствуйте, это презентация. И, наверное, более детальной презентации этого проекта, чем на сайте, я не сумею для вас сделать. Также в разделе «Магазин» после того, как вы зарегистрируетесь, вы сможете увидеть список магазинов. Здесь же есть информация об адресах, графике работы и телефонах. И также сможете узнать много интересного, если детально изучить этот сайт. И еще один ресурс, где вы сможете почерпнуть очень много информации об этом проекте, это YouTube-канал этой компании «Живите в достатке». Ссылочку на него я также оставлю в описании под видео. Здесь вы сможете по роликам посмотреть развитие проекта. Первый из них был размещен 8 месяцев назад. И здесь также есть полная информация, откуда берутся деньги, открытие магазинов в различных городах, информация о маркетинге проекта. Также в прямом эфире проходит розыгрыш призов для участников проекта. И последний был 4 дня назад, разыгрывался Nissan Qashqai. И только за последний месяц был разыгран Nissan X-Trail, Toyota Camry, 11 айфонов и 15 туристических путевок.
Итак, подытожим. Полную информацию вы почерпнете из двух ресурсов. Сайта проекта B2B Jeverly и YouTube-канала. Я же сделаю акцент на обзор личного кабинета в этом проекте. И наглядно покажу, как произвести инвестицию в этот проект с помощью Perfect Money. Именно с этим вопросом у многих возникают трудности. Так как на Украине развивался этот проект, то там очень удобно пользоваться картой PrivatBank. Как инвестировать через нее, так и получать выплаты. В перспективе, скорее всего, это можно будет сделать и картами России, но пока для тех, кто в России, можно использовать только Perfect Money. И именно на этом я остановлюсь. Пополню свой кошелек Perfect Money и проинвестирую в этот проект, а также сделаю обзор личного кабинета. Но перед этим хочу еще раз остановиться на двух важных вопросах. Это показать основателя этого проекта и хотя бы вкратце рассказать, откуда же мы будем зарабатывать с вами деньги. А основателем этого проекта является Николай Гонда. Как раз он владелец ювелирного завода и полностью владелец сети данных магазинов. И у каждого из вас будет возможность напрямую пообщаться с этим человеком. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Николай Гонта. Я основатель компании B2B Jeverly. С этого видео мы начинаем с вами прямой диалог. Все интересующие вас вопросы вы можете направить на мою личную электронную почту. Ответы на ваши вопросы мы опубликуем в дальнейших видео. Будем на связи. Также хотелось бы отметить, что с документами у данной компании все в порядке. Есть реестр на Гонту Николая, и каждый из этих магазинов может предоставить все документы, которые должны быть. И давайте теперь я расскажу, сколько же мы сможем заработать. Итак, в этом проекте есть два варианта заработка. Первый. Мы приходим в магазин, покупаем изделия из золота или серебра и в течение года каждую неделю равными долями получаем кэшбэк. Сумма кэшбэка зависит от количества вложенных средств. Здесь в табличке указана гривна, но я примерно переведу в доллары. То есть, если мы, к примеру, покупаем в магазине на $40 изделия из золота или серебра, в течение года равными долями мы получаем выплаты по 2% каждую неделю и в результате возвращаем то, что мы вложили в серебряные или золотые изделия, плюс 4%. Чем больше сумма покупки изделий, тем больше наш кэшбэк. К примеру, если мы покупаем на $1000, то в течение года мы получаем 135%. То есть возвращаем сумму нашей покупки и плюс 35%. И соответственно, если покупаем на $10000 изделий, возвращаем сумму своей покупки плюс 82% в течение года. Выплаты будут по 3,5% каждую неделю. А так как 52 недели в году, значит мы получим 52 выплаты. Здесь в принципе все просто. Но еще больше и еще привлекательнее. Второй способ заработка в этом проекте – это покупка сертификата. И здесь уже проценты совершенно другие. Лично я как раз буду прибегать к этому способу заработка. Почему же здесь доходность совершенно другая и гораздо больше? Потому что мы не забираем товар из магазина, а отдаем свои деньги на год компании B2B Jeverly, на которые она сможет изготовить изделия из золота или серебра и, соответственно, продать. И здесь, как видите, указана недельная доходность. Если мы покупаем сертификат на золото, мы имеем 5% в неделю. И это получится 260% годовых. То есть, если мы покупаем сертификат на золото на $1000, через год мы имеем $2600. Эти $2600 нам также выплачиваются каждую неделю равными долями, то есть по 5%. И после этого мы идем в магазин и обналичиваем наш сертификат. Сразу скажу, что сертификат можно обналичить в любое время. Единственное, после этого к вам на карту, то, что касается Украины, либо на Perfect Money, то, что касается России, сразу перестанут поступать эти проценты. Если же мы покупаем подарочный сертификат на серебро, мы имеем гораздо больший процент. То есть в неделю от нашей суммы нам будет приходить 8,1%. Но нужно быть внимательным. И если на данный момент этот процент 8,1%, то с 15 декабря будет уже какой-то другой процент. Больше он будет или меньше, вы сможете увидеть это в личном кабинете. Там постоянно идут новости, именно там это и публикуется. Ну и это еще не все. Если вы укажете в личном кабинете периодичность выплат не одну неделю, а один месяц,
месяц, то вам будет приходить не 5%, а 6, не 8,1% на серебро, а 9%. Если вы укажете периодичность выплат 3 месяца, соответственно, процент еще будет увеличен. Если поставите, что хотите получать выплату один раз в полгода, проценты еще увеличатся до 8 и, соответственно, до 12. И если вы покупаете сертификат и указываете периодичность выплат 1 год, то есть через 12 месяцев, здесь получаются самые большие проценты. 468% то, что касается золота, и 780% годовых то, что касается серебра. Но, конечно же, я советую своим партнерам выбирать выплату 7 дней, но максимум 1 месяц. И любые такие проекты имеют начало и конец. Я, конечно, вижу в этом проекте конец еще не скоро, но тем не менее уверенным в этом на 100% быть нельзя. Так откуда же у проекта B2B Javelin столько денег, что он позволяет себе выплачивать вкладчикам такие огромные проценты? Давайте узнаем об этом у Ярослава. Он работает в главном офисе Винницы. Давайте рассмотрим на примере подарочного сертификата, так как там самый большой процент. Продажная цена одного грамма на витрине стоит от 150 гривен. Для нас, как для компании, сделать этот один грамм серебра стоит до 30 гривен. То есть мы видим, что вот эта вот добавочная стоимость 500%. Когда вы покупаете подарочный сертификат на сумму 1000 гривен, на эти деньги у нас есть возможность сделать товара, положить на витрину и продать на сумму 5000 гривен. А вам по таблице мы выплачиваем по 50 гривен раз в неделю. И по итогу года по таблице мы видим, что это 2600 гривен. После того, как вы получите все выплаты, вы приходите в магазин и отовариваете этот сертификат. Для нас, как для компании, себестоимость этого сертификата 240 гривен. То есть по итогу мы должны вам выплатить 2840 гривен по итогу года. А еще год назад мы изготовили, положили на витрину и продали товара на сумму 5000 гривен. То есть мы видим, что у компании после того, как мы выплатили вам все проценты, остается чистый заработок. Как же мы работаем с золотом? Когда вы покупаете у нас 1 грамм золота, на эти деньги у нас есть возможность сделать 2 грамма золота. Купив у нас 2 грамма золота, на эти деньги мы делаем, ложим на витрину 4 грамма золота. Купив у нас 4 грамма золота, мы делаем, ложим на витрину 8 грамм золота и так дальше, 16. То есть мы видим, что компания растет в весе, в товаре, соответственно, в деньгах. А вам выплачиваем, опять же, ровными частями 52-ю часть на протяжении года. То есть, когда здесь мы растем в геометрической прогрессии, вот здесь мы выплачиваем вам ровными частями. И мы видим, что арифметика, то есть выплаты, которые мы вам делаем, никогда не сможет догнать геометрию. Да, конечно, Ярослав говорит все правильно. Но в одном я немножко не согласен. То, что здесь прогрессия, это да. Но и здесь будет не арифметика, а прогрессия, так как из этих изделий компания тоже выплачивает рефбеки и тоже платит повышенные проценты. И в конце концов, вот этой прогрессии не хватит, чтобы выплачивать вот этой арифметике. Но поскольку проект очень перспективный, кстати, в планах у проекта открыть 800 магазинов в 32 странах мира. И в принципе, я считаю, это вполне реально, если смотреть на сегодняшнюю ситуацию, на сегодняшнее развитие и то, что конкуренции у этой компании практически нет. То есть вполне под силу B2B Javelin просто подмять под себя рынок золота и серебра. Но давайте порассуждаем, что произойдет тогда, когда компания не сможет выплачивать такие большие проценты. Как утверждает сам проект, проценты такие будут не всегда. Конечно же, они будут понижаться и, скорее всего, будут сведены к минимуму или убраны вообще. И постепенно сертификаты будут обналичены, так как себестоимость этих сертификатов для компании незначительна. И поэтому, открыв запланированное количество магазинов, B2B Javelin просто отменит все проценты, обналичит сертификаты, и все будут довольны. И вкладчики, и сама компания
с огромным количеством магазинов и с огромными объемами. Но гарантировать, конечно же, такой вариант никто не может. Может быть, варианты гораздо хуже. Просто закроются все магазины. И вот тогда будет та кнопка SOS, про которую я вам говорил. И в моей группе вы получите сигнал, что нужно брать этот сертификат, бежать в магазин и обналичивать. Но на данный момент, судя по тому, как идет развитие, буквально за 2 месяца открыты 3 магазина в Казахстане каждый месяц, компания открывает по 6 магазинов. И поэтому такого окончания я на данный момент не вижу, по крайней мере в ближайшее время. Именно поэтому решил проинвестировать в этот проект. Но прежде чем я пополню депозит и куплю сертификат, хотелось бы еще рассказать о карьерной лестнице. То есть это касается тех партнеров, которые будут занимать активную позицию и, развивая проект, приглашать новых людей. В принципе, на сайте здесь все подробно описано во вкладочке «Карьера». И если мы нажмем сюда, то сможем ознакомиться и посмотреть таблички карьерной лестницы. В 2 словах, когда вы регистрируетесь в проекте, у вас ранг 0. И вы не получаете реферальных вознаграждений и бонусов от людей, которых вы приглашаете в проект. Для того, чтобы начать это делать, вам нужно проинвестировать $50. Обращу ваше внимание, здесь написано 30, но это приравнено к украинской гривне. Если это касается Perfect Money, как я буду пополнять сейчас счет, минимальный депозит 50. После этого вы будете получать с каждого приглашенного человека по 8% от его депозита. Как только объем инвестиций вашей команды составит $300, ваш ранг будет повышен до старшего менеджера, и вы будете получать уже 9% от инвестиции каждого приглашенного вами человека. И по аналогии, я думаю, разберетесь. Инвестиция вашей команды – это ваша инвестиция плюс инвестиции людей, которые идут от вас. Если вы пригласили Петю, то его инвестиция – как раз уже входит вот в эту цифру. Если Петя пригласит Ваню, соответственно и его инвестиция Ване тоже будет входить вот в эту вашу сумму. И тем самым вы можете повышать свой ранг, повышать количество процентов, которые вы будете получать от приглашенных людей вашей команды. И еще такая особенность, если, к примеру, вы достигли ранга наставника, ну, либо какого-то другого ранга, и на данный момент ваш бонус составляет 11% от приглашенных людей, вы пригласили Васю, у него ранг менеджера, и он получает 8%, Вася приглашает Петю, то есть Вася имеет от Пети 8%, а вы имеете от Пети разницу между 11% и 8%, то есть от приглашенного Пети, которого пригласил Вася, вы имеете 3%. И еще хотелось бы обратить внимание на следующую вещь. Существует, но это только, если я не ошибаюсь, для Украины, подарочные сертификаты. И при достижении определенного ранга, к примеру, старшего менеджера, вы получаете 1 сертификат на $40. Если вы ведущий менеджер, еще 1 сертификат и так далее. Количество сертификатов отображено вот в этой табличке. Что же дает этот пригласительный сертификат? Этот пригласительный сертификат вы можете подарить любому человеку. И когда этот человек, использовав этот пригласительный сертификат, зарегистрируется в B2B Javelin, он будет получать стоимость этого сертификата, то есть $40, в течение года. Также каждую неделю ему будут приходить выплаты. А если он также проинвестирует в компанию хотя бы минимальную сумму $50, то этот сертификат вернется вам обратно, и вы можете использовать его повторно. То есть получается это как стимул для того, чтобы приглашать в проект большее количество людей. Ну и теперь давайте приступим к регистрации и покупке сертификата. Для этого проходите по ссылочке под моим видео, где написано слово «регистрация», и попадайте на сайт B2B Javelin. Здесь нажимаете на слово «регистрация». И теперь нам нужно заполнить вот эти поля. И после того, как вы заполняете телефон, появляется снизу реферальный код. Это мой код 211972. И если вы не увидите его здесь и хотите стать частью моей команды и моим партнером, также вы сможете увидеть его под видео. 211972. После этого вы прописываете фамилию, имя, отчество, пароль минимум 6 символов, подтверждаете пароль.
и нажимаете «Подтвердить» и попадаете в личный кабинет. Но обращаю ваше внимание, что перед тем, как попасть в кабинет, я просто это уже сделал, к вам придет на телефон SMS и высветится окошечко, куда вы вставите это SMS и нажмете «Продолжить». И после этого уже окажетесь в своем личном кабинете. Я сделал предварительный депозит $50, и сейчас, чтобы вам было все наглядно, сделаю еще один депозит и куплю сертификат на сумму 2 эфира, ну где-то $300. И уже после того, как в это воскресенье 22 декабря лично увижу открытие первого магазина в Москве, пообщаюсь с администрацией, и тогда уже буду принимать решение об инвестиции гораздо большей суммы. В планах проинвестировать где-то около порядка 100 эфиров. И как я уже сказал, первыми о том, как прошло это событие, вы сможете узнать в моей группе Telegram. Заработаем вместе. И, кстати, если нажать на новости и почитать про розыгрыш Toyota Corolla, давайте нажмем читать далее, и мы видим, что на данный момент производится розыгрыш Toyota Corolla за покупки с 9 по 15 декабря. Условия нужно проинвестировать от 5000 гривен, 75 тысяч тенге в Казахстане и от $200. Ну и так как 2 эфира это больше, чем $200, я буду участвовать в этом розыгрыше. Розыгрыш состоится 17 декабря по номеру покупки. Личный кабинет здесь очень простой. Давайте быстренько пробежимся по вкладочкам. Мы находимся на рабочем столе и видим, что $50 у меня проинвестировано. Я купил сертификат. Прибыли пока никакой нету. И мой текущий ранг – это менеджер с депозитом $50. Ну и соответственно показано, сколько мне остается до следующего ранга. То есть как раз сейчас, когда я сделаю депозит в районе $300, я получу уже ранг старшего менеджера. Здесь же снизу вы увидите ссылочку для приглашения партнеров. Ее можно скопировать и, соответственно, отправить другу. Далее нажмем на магазин и видим, что мы здесь можем приобрести сертификат на серебро и сертификат на золото. И это я сделаю чуть позже. Далее вкладочка «Мои выплаты». И здесь указано, когда будет моя очередная выплата. Из $50 каждую неделю я буду получать $4.05. И обращу внимание, если вы приобретаете сертификат, к примеру, в четверг, то первая выплата у вас будет не в пятницу, а в следующую пятницу, так как выплаты производятся с пятницы по воскресенье. Ну, как правило, это происходит каждую пятницу. То есть, если вы покупаете сертификат в четверг, первая выплата у вас будет через 9 дней. То есть не в эту пятницу, а в следующую. А если вы покупаете сертификат в субботу, то выплата у вас уже будет через 13 дней. То есть получается, вы пропускаете одну пятницу. Поэтому выгоднее всего, конечно, приобретать сертификат либо в среду, либо в четверг. И также вы увидите здесь свою статистику. Далее, если нажать на «Мои покупки», здесь видно, что я приобрел сертификат 13-12, сертификат на серебро. Выплаты буду получать с 20-12 по 18-12-20 года в течение года. Период выплат я поставил раз в неделю, сумма 50, и моя годовая прибыль будет в размере 421%. Доход за неделю $4.05 и следующая выплата 27.12.2019. Кошелек Perfect Money. Также нажав сюда, вы сможете поменять свой кошелек на какой-то другой, либо на карту, если это в дальнейшем будет доступно. И также сможете поменять период. К примеру, если вы захотите повысить свой процент, вы поменяете период с недельной выплаты на месячную, либо на 3 месяца и так далее. Далее вкладочка «Новости». Мы здесь уже были. Как раз здесь публикуются, какие розыгрыши проводятся, еще какие-то новости и бонусные таблицы, где вы сможете увидеть бонусы при покупке. То есть последняя таблица, я вам ее уже открывал и все показывал. Далее вкладочка «Часто задаваемые вопросы». И здесь вы можете получить ответы практически на все вопросы. Поэтому рекомендую вам обязательно ознакомиться с этой информацией. Здесь вы также можете найти полный обзор личного кабинета со скринами, вход в кабинет, и очень подробно с помощью цифр вам будет показано, какое окошечко что обозначает. И самая последняя вкладочка – это профиль, где будут все ваши данные. Но я думаю, нет смысла больше делать обзор личного кабинета, так как если у кого-то остались какие-то вопросы, обязательно вот здесь найдет на них ответ. И теперь осталось только приобрести сертификат. Что для этого нужно? Во-первых, нам нужна платежная система Perfect Money. Ссылочку для регистрации в этой платежной системе я оставлю под видео. Я уже здесь зарегистрирован. И если кто-то не сможет сделать это самостоятельно, в YouTube есть масса роликов, там все подробно показано. И для начала я должен пополнить свой долларовый счет в платежной системе
Perfect Money. Здесь у меня всего $7, и я планирую пополнить этот счет с помощью эфира. Для этого я открываю сайт Best Change. Ссылочку на него я также оставлю под видео. И с помощью него можно выбрать себе обменник, который удовлетворит все наши запросы. Я выбираю эфир. Вы сможете это сделать с помощью любой криптовалюты. Яндекс.Деньги, WebMoney, Advanced Cash, Payeer, Skrill и с помощью карты любого банка. Далее в правой стороне выбираем Perfect Money USD. И теперь нам остается выбрать обменный пункт. Чем выше он расположен в таблице, тем лучше курс. Вот этот обменный пункт с хорошим курсом 146 для эфира мне не подойдет, так как минимальный обмен идет от 51 эфира. Этот обменник мне тоже не подходит, так как здесь резерв не позволяет приобрести $55. То же самое касается этого обменника. А вот здесь высветился обменник, у которого резерв $1464, и он мне как раз подойдет. Поменять я могу от 1 до 100 эфиров. Нажимаю сюда. Здесь уже указано, что мы меняем эфир, а получаем Perfect Money USD. И поэтому я вставляю сюда 2 эфира. Вижу, что получу за них $289.33 на платежную систему Perfect Money. Для этого сюда нужно мне вставить кошелек свой с платежной системой Perfect Money. Что, собственно, я сейчас сделаю. Можно нажать «Отправить деньги» и копировать этот кошелек вот здесь. Скопировать, вставляю сюда и нажимаю «Продолжить». Проверяем данные. Меняю 2 эфира на $289 Perfect Money USD. Теперь нужно прописать свой email и нажать «Обменять деньги». Подтверждаем обмен «Создать заявку». Видим, что немножко курс тут изменен, но я все равно нажимаю «Ок». Вижу, что заявка создана, и в течение 2 часов 59 минут я могу ее исполнить. Некоторые обменники сразу предоставляют адрес, куда я должен перевести эти 2 эфира. Ну, либо если вы будете переводить с карты Сбербанка или с какой-то другой, то рубли. Но тут мы видим, что для того, чтобы оплатить 2 эфира, реквизиты для перевода можно получить у оператора. Пожалуйста, указывайте номер заявки. Смотрим номер заявки 631907 и прописываем сюда 63-19-07. Здесь мне пишут, что нужно представиться в чате. Ну, какой-то, наверное, обменник с очень большой степенью безопасности. Нажимаю «Отправить». Ну и, соответственно, номер заявки я уже переслал 63-19-07. Вижу сообщение от оператора, то, что 2 эфира на столько-то я меняю. И вижу, что мне дали как раз уже адрес, куда я должен перевести эти 2 эфира. Я беру, копирую этот адрес. Захожу в свой кошелек MyEtherWallet. Нажимаю «Отправить». Вставляю адрес, который мне предоставил оператор, прописываю 2 эфира и нажимаю «Далее». Нажимаю «Подтвердить» и видим, что операция в обработке. Как только будет success, давайте посмотрим это на EtherScan. Я нажму «Подтвердить». Как видим, что уже успех, прошло буквально там 20 секунд. Возвращаемся обратно сюда и нажимаем на кнопочку «Я оплатил». Вы оплатили? Да, оплатил. Нажимаем «Ок». И теперь ждем, пока $289.01 придут к нам на кошелек Perfect Money. Кстати, в других обменниках вы можете не столкнуться с тем, что нужно обращаться к оператору, чтобы он прислал курс эфира, например, или какой-то другой счет, который вы должны пополнить. А это делается гораздо быстрее. Ну а если у вас уже есть любимый обменник, где вы зарегистрированы, то тем более у вас это займет менее минут. И не прошло и 5 минут, как доллары были зачислены. Напомню, что я поменял по курсу 144.50, а если мы посмотрим на курс CoinMarketCap, то здесь курс эфира 143, поэтому обмен очень даже выгоден. И все, что нам остается, приобрести сертификат. Поэтому мы заходим сюда в магазин, и обращаю ваше внимание, что сюда я не могу прописать $290, я могу прописать либо 50, либо 100, либо 150 и так далее, ровные цифры. То есть, если я прописываю $290, то автоматически будет изменено на 250, то есть в меньшую сторону. И поэтому нажимаю «Купить». Далее мне нужно указать свой кошелек, куда будут поступать выплаты, и нажимаем «Оплатить». С Perfect Money приходит платежное поручение, которое мы должны подтвердить, и нажимаем «Сделать платеж». Проходим капчу и нажимаем «Посмотреть платеж». И нажимаем «Подтверждение платежа». И видим, что наш платеж завершен. Нажимаем «Продолжить». И видим в личном кабинете, что наш заказ успешно оформлен. И давайте теперь откроем «Мои покупки». И здесь уже видим, что сертификат серебро куплен 15-12, то есть только что.
Начало выплат 20.12.2019 и выплаты закончатся 18.12.2020. Выплата будет происходить раз в месяц, сумма $250, получу я 468% годовых, доходность в неделю будет $22. И следующая выплата ожидается 17.01.2020 года, то есть через 32 дня. Также видим, что я могу поменять реквизиты для выплат и поменять период выплат. И теперь еще раз о розыгрыше. Подписавшись на мой канал «Заработок в интернете», поставив лайк и написав комментарий о компании B2B Jeverl, здесь можно написать ваше мнение, что вы думаете о ней, либо какую-то другую информацию. Вы сможете получить $100. То есть ровно через месяц я рандомным образом выберу победный комментарий, и этот человек получит $100. Но если вдруг этот человек окажется моим партнером по проекту B2B Jeverl и его ID я найду у себя в личном кабинете, то он получит $200. Ролик получился не короткий, но я надеюсь, я полностью дал вам информацию, и теперь у вас не останется никаких вопросов ни о проекте B2B Jeverl, ни о том, как можно там заработать. И я надеюсь, что мы вместе с вами это сделаем, поэтому жду вас в своей группе «Заработаем вместе». Всем удачи, больших заработков и пока-пока. До следующего проекта.